послушать президента в Георгиевский зал Кремля пришли больше 1000 человек. По прогнозам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, послание президента будет содержать концептуальные задачи. Что хотели услышать из уст гаранта депутата, члены Совета Федерации, они перед началом встречи рассказали журналистам. Много говорилось в преддверии о том, что сложный период сегодня в экономике России. И, наверное, простые решения уже закончились. И просто жить за счет увеличения цены на нефть уже не получится. Президент появился в Георгиевском зале ровно в полдень по московскому времени. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. В начале своей речи президент страны дал оценку политической ситуации, которая сложилась в стране. И, конечно, мы все заинтересованы в том, чтобы через механизмы выборов во власть приходили подготовленные, целеустремленные, профессиональные люди, готовые ответственно исполнять свои обязанности. Потому будем и дальше работать над развитием политической конкуренции, совершенствовать политические институты, создавать условия для их открытости и эффективности. Уже завтра речь первого лица государства проанализируют и разберут на цитаты. Журналисты и политологи будут искать в послании ответы на вопросы, которые волнуют все общество. Ждать ли нам перемен или страна продолжит развитие в том же направлении? Что будет с региональными выборами и с экономикой? Ответы на вопросы узнаем совсем скоро.